Эти часы я делаю для мамы в комнату. Обзор всех моих часов, которые я делала сама, вы можете увидеть в видео по ссылке в описании. Пластинку я покрыла белой краской и дала ей высохнуть. Декупаж я буду делать методом файла. Для этого надо вырвать из салфетки фрагмент, положить его лицевой стороной на файл. Только верхний слой, естественно, с рисунком. Далее нужно налить щедро на него воду, чтобы салфетка буквально плавала в ней, и разгладить ее, чтобы не было складок. Лишнюю воду затем нужно слить. После этого нужно перевернуть файл и наложить его на основу. Дальше остается только хорошо руками пригладить файл с салфеткой, чтобы не было пузырей воздуха, и аккуратно убрать файл. Пока салфетка не высохла, нужно промазать ее клеем ПВА в один слой. Для узора шпаклевкой я вырезала канцелярским ножом трафарет. В магазинах продаются такие готовые. На часах прочертила карандашом круг, по которому я буду накладывать пасту и делать узор вокруг лилий. Я использовала простую готовую шпаклевочную массу. Она более укрепленная. Можно также использовать шпаклевку, добавлять туда крахмал, клей ПВА для большей крепости. Ну, для таких миниатюрных рисунков может подойти обычная шпаклевка. Нужно приложить трафарет, шпателем нанести шпаклевку слоем примерно 2 мм и сразу убрать трафарет. Останется на поверхности только узор. Таким образом нужно проделать то же самое по всему кругу, что я и сделала. Может, не совсем идеально ровные узоры у меня получились, но так издалека выглядит нормально. Их можно в случае чего наждачкой или пилочкой для ногтей немного пошлифовать, убрать какие-то неровности. Чтобы узоры хорошо закрепились, я прогрунтовала их белой краской. Но мне захотелось сделать часы немного бежевого оттенка, он более теплый такой и уютный. Возле самих цветов я сделала более темный зеленоватый оттенок золотой краской. Текстурные элементы я впоследствии покрыла золотом, чтобы их лучше выделить. У меня есть напечатанный циферблат на А4. По нему я отметила, где находятся все 12 цифр. На всех своих часах я раньше вырезала распечатанные цифры и клеила их. В этот раз захотелось сделать многоразовый трафарет, поэтому я на распечатанные цифры наклеила скотч и вырезала их канцелярским ножом.
Губкой с черной краской я отпечатала все цифры. Это было, конечно, страшно, так как боялась допустить ошибку и все испортить. Последний момент – это покрытие изделия лаком. Не всегда эта часть работы нравится, это как бы завершающий такой элемент. После высыхания лака остается только прикрутить механизм и стрелки. И все, часы готовы. Спасибо, что смотрели видео. Подписывайтесь на канал, оцените эту работу и комментируйте. Мне всегда приятно читать ваши отзывы.